Наш учитель Саша Скул. Злое время в нас детей заперло на карантин. Ты хуй поймешь, сколько гвоздей осталось в гроб заколотить. Наступят слюни. Так, что, нормально сейчас слышно? Если нормально слышно, поставьте плюсик. Плюсики, плюсики, плюсики. Если нормально слышно. Да, заебись, заебись. Я вижу, что нормально. Итак, сейчас подождем еще людей. Сейчас, чуть-чуть еще подождем, чуваки. Будет о чем поговорить, попиздеть. Сука, хотел в ванной на камеру подрочить. Связь лагала, не получилось. Так, еще подождем чуть-чуть, подождем. Подождем, пусть понабираются еще. Как можно больше, желательно. Чуть-чуть подождем. Так, 300, 2, 300. Короче, сейчас посмотрим, может, до трешки дойдет. Если не дойдет, то похуй. Желательно, чтобы это видео распространилось, вот, сохранилось, и чтобы как можно больше определенных людей увидели это видео. Я просто собираюсь, короче, в прямом эфире, чуваки, поэтому как бы, ну, вот. Я как только сказал о том, что собираюсь, видео почему-то прекратилось, ебать, что за хуйня. Накапливаются. Ща я все расскажу, потерпите чуть-чуть, сейчас наберутся людишки. Вот, только я не понял, почему, сука, выкидывает. Да, серьезно? А, это типа автоматически тогда? Прикинь, я даже не знал такое. Единственное, чем я могу застрелиться, это с нюсом. Не выкидывайте меня, нет, только не сейчас. Так, в общем, 2500, я думаю, достаточно. Или похуй, пусть еще набираются. Че, трешка наберется, наверное, да? Наберется. Давай. Набирайся. Бам. Сейчас определенное количество. Ой, не наберется. Короче, похуй. А, сразу говорю, так, как убрать ваши комментарии? Так, нет, я комментарии не буду убирать, потому что мне надо будет почитать, а вот эту хуйню я бы убрал. Ага, вот. Ладно, похуй. Короче, вообще, зачем я это затеял все и для чего? Сразу хочу сказать, те чуваки, которые там не являются персональными фанатами Сидоджи Дубащита, можете отключиться, можете не смотреть эту трансляцию. Эта трансляция специально для персональных фанатов Сидоджи. Я хочу с ними поговорить, хочу поговорить с этими ребятами. Остальные можете отключиться, потому что мне нужно поговорить именно с ними. И прошу не писать лишней хуйни, там привет и вся хуйня, потому что мне надо читать ответы этих ребят. Вот, я хочу задать пару вопросов, мне просто интересно с ними пообщаться. Если вы готовы, то let's go. И давайте вот просто, ну вот не пишите типа просто привет там туда-сюда и всякую хуйню. Исключительно меня интересуют ваши ответы, потому что я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать. Вопросов будет немного, поэтому я начну. Если
Блядь, да вы не остановитесь, пиздец, ну это пиздец. Сука, ебаный рот. Я никого не собираюсь поливать говном, нет, никого не собираюсь там осуждать. Просто хочу спросить, просто хочу задать пару вопросов, мне интересно. Вот и все. Готовься к критике. Да, блядь, какая критика? За что меня критиковать? Ладно, погнали, короче. Чуваки, первый вопрос. Это исключительно вопрос, еще раз уточню, к персональным фанатам Сидоджи. Не моим фанатам, не чувакам, которые меня слушают, а к чувакам, которые имеют ко мне какую-то неприязнь, хейт. Вот. Этот вопрос исключительно вам. Чуваки, откуда хейт? И с чего вообще? Я не смогу прочитать, наверное, сообщение здесь, если вы кто-то может это развернуто описать, написать. Вот. Но если кто-то... Блять, я просто не думал, что будет столько сообщений, это пиздец. Короче, вот. Первый вопрос такой, да. Откуда столько хейта? Я просто не понимаю. Меня это интересует по тому поводу, что я читаю в комментариях много всякой хуйни. Вот. Ну, действительно, хуйни. Не по делу. А не по делу почему? Наверняка, многие меня недолюбливают там или хейтят, там, хуесосят, как еще можно это назвать, по причине того, что меня может быть слишком много. А Сид не выпускает треков. Вот. Но в этом нет моей вины. Я уже это не раз говорил, то, что я оказался... Это не оправдание, это факты, и я вот о них говорю, потому что я оказался заложником ситуации. У меня была команда, ну как команда, нас было двое, и я считал, что мы команда, что мы долгое время будем вместе работать. Я любил этого человека как своего брата, у нас были отличные отношения, все было круто, все было охуенно. Вот. Но просто пути, творческие пути разошлись. У человека свои тараканы в голове, свои какие-то мысли, свои убеждения, против которых я не мог идти и не мог перечить, не мог заставлять человека. Если он чего-то не хочет, то я не могу заставить его выполнять то или иное действие. Я не могу заставить там Андрюху, давай, братан, будем читать рэп, давай там будем снимать охуенные клипы, давай ебашить. Хотя... Это было, конечно, все очень круто и здорово, и, блядь, мне было так приятно с ним работать. Легко в первую очередь. Но потом все было сложнее и сложнее. Без компаньона, без партнера. Так, чуваки, подождите, сейчас я зарядку поставлю. Сейчас на зарядку телефон поставлю. Вот. Как-то так сейчас, блядь, поставлю, чтобы он не наебнулся. В общем, вот так вот. И в итоге остался без друга, компаньона, напарника, потому что у него были другие убеждения, другие взгляды. Это не пиздеж, это правда. Может быть, кто-то думает по-другому, может быть, кто... Я даже слышал такую теорию, что из-за меня Сид перестал читать там или еще что-то как-то. Но это не так, потому что просто я не хотел останавливаться. Просто видел в этом смысл. Для меня это самая большая любовь к музыке. То, что я делаю. И только это мной движет до сих пор. И еще особенно двигало то, что вы, именно вы, с самого начала помогали нам развиваться. Благодаря вашей поддержке мы приобретали популярность. Благодаря вашей поддержке мы разъебывали все паблики, нахуй. Мы были везде, нас все знали, мы были на слуху.
В общем, вы были для нас прям поддержкой и опорой. Сейчас эта поддержка и опора просто рухнула в том плане, то, что те люди, которые поддерживали нас двоих, сейчас просто меня как будто ненавидят, хотя я не понимаю вообще за что. Теперь я объясню, почему я решил вообще затеять этот разговор. Я просто не понимаю, почему... Я вам жить мешаю, что ли, или что? Если, допустим, я не могу всем нравиться, я это все понимаю, я не собираюсь всем нравиться. Но зачем хейтить? Я вот этого не понимаю. Типа, от этого что-то изменится? Или я вам этим как-то жизнь порчу, или что? Вот у вас прям пиздец, вот прям пукан горит от этого, от того, что я еще там что-то делаю. Хотите, чтобы я остановился? Просто от этого станет легче, да? Чтобы наша группа умерла, чтобы, блядь, это все закончилось. Просто в одночасье бах и все, если вы будете меня хуесосить. Я просто этого не понимаю. И еще не понимаю того, что почему из вас так мало адекватных людей. Ведь, не умиляя там заслуг Андрюхиных там и всех его достижений, всех его скиллов и того, какой он талантливый чувак, чуваки. Но благодаря мне вообще все это началось. Когда мы с ним сконнектились и вообще всю эту хуйню придумали, я суетился, чтобы снять вообще, блядь, наши все клипы. Я суетился, чтобы вообще как-то эту движуху начать. Просто, блядь, грубо говоря, стратил свое личное время, свое, блядь, вообще всю свою энергию вкладывал в это. И почему хотя бы я не заслуживаю элементарного не уважения даже, а понимания, просто понимания. Потом это выглядит очень-очень некрасиво с вашей стороны, именно чуваки, которые меня недолюбливают, там, персональные фанаты Сида, вот так я выражусь, вот, которые меня недолюбливают. Базара нет, пацаны. Бля, чуваки, вы можете меня ненавидеть, там, хейтить, там, туда-сюда, но в себе, понимаете, в себе. Если мне кто-то, допустим, не нравится, зачем, блядь, я должен об этом говорить, там, типа, гнобить человека за это, типа, мне дохуя кто не нравится на российской рэп-сцене и вообще, типа, на сцене шоу-бизнеса, мне дохуя кто не нравится. Но просто это сколько должно быть желчи и говна в человеке, чтобы это все выливать? Это насколько должно быть человека трясти, насколько у него должна жопа гореть, чтобы вот так вот выливать на человека говно, который все это время, на протяжении этих нескольких лет пытался просто быть на плаву, пытался держать нашу группу на плаву. Неужели я просто не заслуживаю хотя бы понимания, не уважения, там похуй, мне ваше уважение, мне поебать, но хотя бы понимания, хотя бы типа того, что вот, чувак, нихуя себе, типа там... Старался как-то, вот, работал с Сидом, типа, они друг другу помогали, он поддерживал. Бля, чуваки, серьезно, на самом деле, вклад мой в проект SeedXRM намного больше, чем вы думаете. Вам, может быть, что-то кажется, то, что я был там на втором плане вообще там с самого начала, но я это, ну, типа, оно может быть так и есть, но я дохуя вкладывал. Вы даже не представляете, сколько я вкладывал в это. Не в плане там финансов там или еще что-то, но типа я всего себя отдавал и до сих пор всего себя отдаю этому. Вот. И много из вас, чуваков, которые там, ну, недостаточно, может быть, зрелые или взрослые для понимания этого, можете нахуй сразу отключиться, потому что, ну, и дальше меня продолжать там хуесосить в комментариях там или еще что-то. Просто, ну, приведу элементарный пример. Ну, просто пример. Я вот болею за команду «Барселона», многие, наверное, может, знают, вот, и в команде есть ключевые звенья, там, лучшие игроки, например, там, как Месси, там, Суарес, Неймар, и у них было охуенное трио, они вместе всех разъебывали, выиграли Лигу чемпионов и так далее, вот, а потом игрок, там, один, вот, Неймар, захотел заняться, уйти, там, в сольное плавание, там, не в сольное плавание, в другую команду. Решил открыть для себя другие горизонты, другие возможности. Вот, и он уходит. И что? Из-за этого надо хуесосить там того же Месси или Суареса, то, что они его слили или еще что-то. Надо хуесосить там тренера, надо хуесосить команду. Типа, конечно, вы понимаете, да, о чем я говорю, это сравнение?
Неймар охуенный игрок, он великолепный игрок, с этим никто не поспорит. Так же, как и Сид в этой игре, он основополагающее звено, он охуенный игрок в этой игре, понимаете? Шарите, о чем я? Вот, но если он уходит, за что хейтить его партнера? Чувака, который топил с ним до конца. Понимаете, да? Типа, за что этот негатив? Я его заслужил? Я его заслужил тем, что просто остался с вами? Разве это правильно? Сами подумайте, разве это правильно? Хуесосить меня за то, что я остался с вами. Вы нас поддерживали. Вы были, еще раз повторюсь, для нас поддержкой и опорой. Благодаря вам мы стали известными, потому что благодаря вам, вы нас толкали везде, вы все разъебывали, сейчас повторюсь, блять, любой пост там на Рипе, на Энере, еще на каком-то паблике, вы просто, блять, лезли туда нахуй армии целые, просто разъебывали в щепки, вот, сейчас этого нет, может быть, просто, ну, время уже не то, или просто чуваки как-то повзрослели, поменяли свои взгляды, но единственное, что чуваки, я просто считаю, что хейт в мою сторону, он просто не обоснован, он просто не заслужен. Потому что я не корыстный человек. Я считаю, что я никого не обманывал из тех чуваков, с кем я работал, с кем мне приходилось работать. Вы можете спросить у любого вообще, с кем вы пересекались. Я всегда относился к своим слушателям с добротой и пониманием. Единственный раз, вот когда неприятная ситуация получилась, когда в Минске чуваки попросили, ну, там после концерта хотели со мной сфотографироваться, но у меня просто не было времени, и я уехал. Хотя фотосессия не была запланирована, но я хотел остаться. Вот, я имею в виду, что я готов тратить свое личное время на, там, на встречу с вами, на общение с вами, там, с кем-то поприкалываться, там, даже в комментариях, как мы раньше это делали, оставляем посты, там, не знаю, просто орем. Но сейчас я этого не могу делать, потому что, ну, просто ебать, там тонны желчи выливаются, хуй пойми вообще за что. Хуй пойми за что, за то, что я просто стараюсь, ебать. Просто за то, что я стараюсь как-то. И, ну, вы понимаете еще, почему наша группа до сих пор называется SidXRM? SidXRM. Хотя я же не знаю, типа, блять, ну вот вообще вот чувак вот просто ушел из команды, и будет он что-то делать, не будет, я не знаю, что у него в голове вообще. Это достаточно закрытый человек, и чтобы до него иной раз дописаться вообще, это просто пиздец, легче в Пентагон позвонить, вы понимаете? Вот. Вы не знаете лично его, вы не знаете лично меня, вы не знаете о всех наших проблемах, о нашей ситуации, о каких-то там разногласиях или еще что-то. Вы не знаете вообще суть проблемы, суть ситуации. И не разобравшись в этом, вы поливаете меня говном. Как бы в говне я и сам могу искупаться вообще отлично, могу он, как в клипе. Мне этого хватает. Просто вот. Еще раз вернусь к тому моменту, когда мы все это начинали. Задайтесь вопросом вообще, было ли бы все это, вообще существовала ли группа SidXRM, если бы меня не было, если бы я не суетился, если бы я не тратил свое личное время, свои силы, не приезжал бы к Андрюхе в Екатеринбург, не заставлял бы его там что-то делать, блядь, я не знаю. Блядь, чуваки, там было столько ситуаций, что просто пиздец. Можно так сказать, я был инициатором, Андрюха был исполнителем. То бишь, мои идеи он реализовывал просто отлично и делал вообще все круто. Если я что-то предлагал, я имею в виду, типа, если у меня появилась какая-то идея, я говорю, братан, давай сделаем так-то, так-то, мы едем это и делаем. Вот. Не он это придумал там, типа, не я это придумал, мы вместе это придумывали, вместе это обрабатывали. Но инициатива исходила от меня. Я не накидываю на себя пуха, еще раз повторюсь, типа, я не говорю, что там, типа, я, блядь, это все придумал, я это все основал. Я это очень сейчас пытаюсь как максимально сгладить эти углы, чтобы это не выглядело так, что я накидываю на себя пуха. Нет, просто я действительно много этому отдал, всего себя посвятил. Я считаю, что я просто не заслуживаю такого отношения. Чуваки, если творчество как-то поменялось, вектор творчества как-то изменился, там, я начал читать, там, мы начали читать, там, про другие вещи, например, у Андрюхи, там, проект от Nice, он хочет раскрыть себя в этом амплуа,
Например, у меня появилась группа Sextape, там сайт-проект Хамая Коза, и я хочу раскрыть себя в другом месте. Почему мы не можем получить от вас, грубо говоря, ну просто поддержки? Не знаю, типа, Сид, вернись там туда-сюда, типа, вот эта вся хуйня. Блядь, я вас прекрасно понимаю, чуваки, я понимаю, к чему вы клоните. Это то же самое, что там моя любимая группа Linkin Park. Я полюбил ее за одно творчество, потом время прошло. Там через 10 лет они выпускают вообще, ну, там, альбом, который я не понял. Я такой думаю, ебать, что это за хуйня, типа, а где старое творчество? Почему, типа, нет той музыки, за которую я вас полюбил, чуваки, пиздец? Но при этом я же не стал их хейтить, хуесосить. Типа, я все равно остался их фанатом и остался на их стороне. Еще раз повторюсь, я не называю своих слушателей фанатами, потому что мои слушатели, в отличие от фанатов Сида, себя так не ведут. Вы ведете себя как фанатики, фанатичные, просто, я не знаю, ну, блядь, некоторые из вас просто безголовые вообще, которые занимаются вот этой хуйней, что пытаются спровоцировать как-то. Но на самом деле, в любом случае, эта провокация не сработает, потому что, ну, я как ебашил дальше, так и буду ебашить. Ничего не изменится. Просто хотелось поделиться своими мыслями. Вот. И, как бы, тяжело это осознавать, что на одном, грубо говоря, поле боя в один момент мы стали, там, врагами, грубо говоря. Нет. Из вас у меня врагов нет, у меня вообще, в принципе, врагов нет, но для вас, для многих я стал как будто каким-то, блядь, врагом, там, враг народа, ебать, я хуй знает, как будто из-за меня там все по пизде пошло, я как будто там Сиду не даю читать, там, блядь, запрещаю ему или еще что-то, вы вообще, блядь, в своем уме пиздец, вы меня хуесосите за то, что я просто не остановился и все, чуваки, я считаю, что это незаслуженно, хотя бы я заслуживаю просто понимания, не уважения, мне похуй на него, а просто понимание. Я надеюсь, кто-то из вас хоть что-то вообще усвоил для себя в этом видеообращении. Надеюсь, хоть что-то кто-то поймет, потому что я такой же простой пацан, как и вы. Уже после того, как мы стали известными, я, блядь, продолжал работать, я работал на телеканале «Самотвор», как обычный клерк ходил на работу, зарабатывал деньги. Вот, я просто очень люблю эту музыку и не могу остановиться, и за это меня не стоит хуесосить.